вообще не было. Проходящий научный форум должен сыграть важную роль в осмыслении ключевых исторических событий, ставших определяющими в развитии отношений России и Армении. Аркелян Грета, студентка первого курса юридического факультета. Иванова Дарья, студентка первого курса юридического факультета. Мы считаем для себя очень важным участвовать в сегодняшней конференции. Это очень знаменательная дата в истории армяно-российских отношений, да, 190-летие подписания Туркманчайского договора. Армения. Первое наше выступление. Впервые мы выступаем перед такой широкой аудиторией. Это очень волнительно. Армения много веков находилась под персидским игом и нуждалась в реальной помощи, и эту реальную помощь оказала ей Россия. И очень важно сегодня рассказать не только о Туркманчайском договоре, да, не только о следствии того, что Восточная Армения присоединилась к России, а также рассмотреть полностью спектр, да, траекторию развития армяно-российских отношений, чтобы было понятно, с чего все начиналось и к чему все пришло. Да, а я уже рассказываю про современный этап развития российско-армянских отношений.